Итак, от маркера до маркера сбоку 12 арок. Вязать начинаем новой нитью. И вытягивать петли для узора будем в обратном направлении. Оставляем хвостик 20 сантиметров, чтобы хватило закрепить и спрятать нить. В следующую арку от арки с маркером начинаем вязать. Захватываем нить, вытягиваем, закидываем на линейку и затягиваем. Вторая петелька. Захватили нить, закинули на линейку, затянули. Третья петля арки. Захватили, вытянули, закинули на линейку и затянули. Итак, над каждой аркой делаем 3 вытянутые петли. Захватили нить. Закинули на линейку и затянули. Захватили. Закинули на линейку и затянули. Покажу ближе. Обе дужки косички. Захватываем нить сверху. Закинули на линейку и затягиваем. Следующая петля. Захват нити сверху. Закинули на линеечку и затянули. Так и продолжаем. Захватили. Закинули и затянули нить. Итак, 12 арок до арки с маркером. Провязали 12 арок. Над каждой аркой вытянули по 3 петли. Не помешает проверить, посчитать. Придерживаем нить и снимаем петли с линейки. И далее вяжем уже по привычной схеме, объединяя по 3 петли в арку. Раз, два, три. 3 петли на крючке. Захватываем нить. Протягиваем. Провязываем. И в эту же арку вяжем еще 2 столбика без накида. Равняем. Подтягиваем арку. Следующие 3 петли. Закрепляем также в арочку 3 столбиками без накида. Итак, вяжем до конца ряда.